В этом стихотворении, ну, вы сейчас услышите все сами. По берегу, словно кости, лежали белые ветки, сухие витые палки, обглоданные морем. Горели они ярко, и дым у них был горький, как будто табак крепкий перша застревал в горле. А возле костра люди готовили скромный ужин. И пели они песню, и им хорошо было. Смотрели на них звезды, смотрело на них море. А Бог улыбался тихо, их больше никто не видел. А утром взошло солнце, оно осветило плечи, и головы их, и руки, и стали они светом. И только сухие палки лежали у берега моря и помнили ту песню, которую пели люди. Ну, как вы понимаете, следующая песня должна быть «Маршруты», потому что здесь море, путешествие, это вот это такое дикое какое-то. Вот Лёша узнает Абхазию, я вижу. Он знает, о чем я говорю. Сухие палки, которые лежат по берегу, из которых классный костер получается. И сейчас мы с Арсеном сыграем песню, которая называется «Маршруты». С тобой не нужны ни походы, ни дальние страны. Это все с нами было давно, и не стоит об этом. Здесь, у края земли, среди белых камней, так пустынно и странно. Здесь, у края воды, на промокшем песке, растворяется лето. Месте, где у края земли.
Спасибо большое. Так, мы уходим.